свое домашнее задание круто. Если нет, я вам продемонстрирую, как это сделал я. Конечно, первым делом я выставил экшены, что при нажатии на логин мы переходим на home page. А у registration page я поставил email, display name и два паспорта. Один паспорт, второй confirm password. И create account. При клике на create account мы тоже переходим на home page. И также поменял текст на already has an account. Типа, если у вас есть уже аккаунт, то вернитесь обратно, да, и все будет четко. А reset password я просто использую email field и reset password. Тут я ошибочку допустил. Reset password. Также при клике на reset password я возвращаюсь на login page. И все. Сейчас мы с вами переходим на наш... на нашу главную страницу. Мы можем убрать тут App Bar без проблем. Также убираем Column, так как мы сейчас с вами будем проходить следующие виджеты. Первый из них это у нас List View. В List View мы можем без проблем размещать наши посты, там, скажем, пусть это будет у нас Twitter, либо там это у нас Instagram и так далее. Ну, давайте мы с вами сделаем Instagram, да, для примера. Берем контейнер, закидываем в наш list view, и здесь у контейнера, по моей привычке, я сразу выставляю padding 12 и 12. А в этот контейнер я закину column. Для чего я это делаю? Например, да, я, если, да, ну, скажем, расширю наш контейнер, дам ему border radius 12, хотя 8 мой любимый. Border width давайте поставим 2. Border color у нас будет line color. Ну, это то, что я люблю делать. Далее у контейнера есть такая функция, как elevation. Поставлю 2, мы видим, что появились тени. Либо же пусть будет 0, да, и у него есть бокс shadow. Если включим, также появились тени. В чем различие? В том, что elevation, он даже не знаю, как сказать, у него нету определенных настроек, да, даже если 2 добавлю, у нас также он есть. И у нас более такой 3D-шный контейнер получился. Пусть будет пока так. И у shadow мы можем spread 12 поставить, мы видим, что он стал огромнейший. 2 ставим, либо вообще уберем, нормально будет. Blur 12, нормально, здесь просто у нас elevation мешает, 0 поставим, и более-менее лучше стало. Теперь я хочу сюда закинуть, конечно, фотографию, описание, текст, кнопки и так далее. Да, если я начну закидывать image, да, у меня закинется image на весь экран. Ну, давайте откроем page view и дальше продолжим закидывать то, что мы думаем будет правильно. По логике нашей мы хотим, чтобы текст размещался снизу. Кликаем, и он нам говорит: слушай, тебе нужно вставить какой-то из этих виджетов, чтобы все работало. Да, мы выбираем wrap in column. Да, все, супер. Фотография, текст. Далее пусть будет еще один текст. Далее у нас пусть будет row. И что еще можем добавить? Да, в принципе, так, row, да, все нормально. А, ну в этот row мы можем добавить icon один и добавим сюда еще один текст в этот же row. Как вы заметили, row у нас размещает элементы по горизонтали, а column по вертикали. Да, больших различий в них нету. Мы сразу расширяем наш column, да, чтобы все было как мы любим, ну, либо я люблю. Берем image, да, давайте посмотрим. Смотрите, мы вроде бы выставили у контейнера border radius, да, но почему-то сверху у нас border radius не принялся. А это потому, что image никак не работает с контейнером. Он не берет его, он ложится поверх контейнера. Вот, поэтому мы отдельно у image добавляем border radius 8 и 8. Тут я, как заметили, выключил замок, чтобы только сверху добавить border radius. Далее, в принципе, тут все четко, все нормально. Больше нам ничего здесь делать не нужно. Ну, здесь у нас будет у этого текста тоже lower и sum.
это название какое-нибудь, либо там пусть будет Джон Доу, тот, кто разместил, да, здесь будет у нас описание Лорем Ипсум Дефектус Криатус Джакартус, да. Здесь у нас эта иконку мы можем поменять на, давайте, лайк, да, и здесь пропишем, сколько у нас лайков получил этот пост. 203, хотя 69 тоже прекрасно. По сути, да, достаточно. Ну и, конечно, мы смотрим, блин, столько пустого места. Конечно, первым делом мы можем увеличить нашу фотографию вот так вот и оставить ее такой. Ну и дальше, конечно, внутри, почему опять же я люблю использовать дополнительный калом внутри калома. Давайте, ну, мне нужно у всех элементов, да, чтобы они впритык не стояли, добавить паддинг. Я могу, конечно, везде там сидеть паддинги эти добавлять, но это будет лишнее телодвижение. Двигаться мы не особо любим с вами. Ну, по крайней мере, я. Если кто-то еще, то лайкните меня. Да, мы добавляем сюда калом. Обертываем. А, да, я так много раз говорил, что забыл показать, как это все делается. Просто берем текст правой кнопкой, Wrap Widget, обертываем и выбираем колонку. Он обертывается у нас колонку. Далее другие виджеты, которые мы хотим закинуть в эту колонку, мы просто берем и перекидываем. Видите, да, то, что, например, я беру текст, и видите, как секундомер оранжевый идет. Если я его во время вот этой загрузки оранжевого буду перетаскивать, то он у меня попадет именно в эту колонку. И как видели, я не вовремя закинул, да, секундомер профукал, поэтому он мне вылетел с этой колонки и попал в эту колонку. Давайте вот еще раз. Опа, теперь в этой колонке у меня. Если я сейчас еще раз сделаю, видите, синим стал. Закидываю, он у меня вот здесь даже подсвечивается, в какой колонке он у меня находится. Вот зачем я это делал. Так, ну, закидываем обратно. Теперь эту колонку, этой колонке мы добавляем паддинг 12 слева, 12 справа и 12 сверху. И все, в принципе, более-менее нормально. Давайте, конечно, еще у этого текста мы добавим паддинг 4. И... я думаю, даже у этой иконки мы поменяем size на 18. Берем этот текст и у этого текста добавляем font, толщину, font size на medium, даже font weight. Да, чтобы мы говорили, вот, чувак, это тот, кто разместил этот пост. Далее, какие еще настройки есть у текста. Например, если у нас... Опс, удалю этот action. Если же... мы, скажем, да, у нас description может быть огромный в базе данных, да, вот смотрите, вот видите, я добавляю, и что у нас происходит, у нас текст спускается ниже. Ну, я, конечно, хочу, чтобы текст был у нас максимум 2 линии, да, у properties настройки у текста снизу мы можем увидеть max lines, пропишем 2, и все стало четко, да. Далее, конечно, есть auto size и так далее, ну, это пока нам не особо нужно. Так, letter spacing на данном этапе у нас все с вами идет четко, супер, да. Ну и, конечно, давайте чутка добавим мы к контейнеру 300, нет, 300 много, 280, отлично. И тут, конечно, я бы хотел добавить 6, опять много. И чтобы так не париться сидеть, мы просто удалим height, да, и внутри этой колонки мы также добавим padding 12, все. Теперь, если мы возьмем этот текст и удалим max lines, мы видим, что наш контейнер расширился, потому что он не имеет конкретного точного пикселя в длине. Также это работает и на ширину, и на длину. Но, конечно, мы хотим ограничить это в 2, потому что это у нас будет много постов здесь будет. Теперь, да, ну, в Инстаграме мы знаем, что дабл-клик, это лайк и так далее. Лайки, функции мы изучим потом. Я бы хотел сюда разместить пару иконок.
именно на фотографию. Как мы это сделаем и какой виджет мы используем. Мы обертываем этот image в stack. Да, далее имиджу выдаем ширину infinitive, либо 100%. И теперь в этот стек мы можем закидывать наши иконки. Например, пусть это будет icon button. Можем, и вот так, видите, я могу переносить, но вниз не могу. Почему? Потому что у этого стека нету height'а. А height у нас сколько там был у имиджа? У имиджа 173. Переходим в стек, говорим 173. Да, теперь мы можем хоть куда его закидывать. Давайте закинем его вот сюда. И icon поставим like, поменяем цвет icon'у на синий. И fill color можем поставить, пусть будет такой, да, пусть будет у нас огромный лайк здесь. Все видели, что надо лайкнуть. На данном этапе все. Увидимся уже с вами в следующем уроке. Удачи!